внимания. Председатель Совета директоров инвестиционной компании «Евроинвест», выпускник военмеха Андрей Валерьевич Березин. Добрый день. Наверное, качество высшего образования в современном мире будет, есть и будет, наверное, еще дальше, так сказать, играть самую главную роль в развитии государства, в развитии общества. Военмех, он всегда, выпускники военмеха всегда были, наверное, самыми лучшими на предприятиях, в организациях, в госучреждениях, потому что образование военмеха всегда было очень, ну, скажем, таким и фундаментальным, и, в общем, комплексным. И будем надеяться, что и дальше, так сказать, военмех будет готовить специалистов высокого качества. В этом году наш фонд «Евровенчер» учредил стипендию имени Гречка. Мы знаем, что вот сегодня вроде коллеги собираются возродить вообще замечательную традицию стипендии имени Устинова. И очень приятно, потому что в свое время я был устиновским стипендиатом. Значит, замечательно, что это возрождается. И на самом деле это не только как бы денежная составляющая, конечно, для студентов имеет значение, но и некая гордость, да, так сказать, которая позволит студентам и дальше, так сказать, совершенствоваться и с гордостью, так сказать, носить именные стипендии, а также, так сказать, и дальше развиваться и работать на благо Родины. Спасибо большое.